активные представители молодежи Омского региона, участники международных, всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятий встретились за круглым столом с представителями власти. Вместе с исполняющим обязанности губернатора Вячеславом Синюгиным, министром по делам молодежи Александром Фабрициусом и министром экономики Александром Третьяковым обсудили планы по поддержке молодежи инициатив в Омской области. Я думаю, что у нас должен быть, собственно, план действий, план шагов по тому, как нам сделать жизнь в Омской области лучше всем вместе и как можно больше людей сделать счастливыми. Молодые люди рассказали о своем участии в таких международных форумах, как АТР «Алтай. Точки роста», «Байкал-2020», «Таврида», во Всероссийском молодежном форуме «Селигер» и Омском форуме «Ритм». Галина Сынникова, Алексей Рудик, Мария Хаканина, Вера Кисель и Светлана Захарова поделились своими впечатлениями от поездок. Я представляла выставку о Сибири, часть молодежных работ, которые мы создали на форуме «Ритм», были представлены среди московских участниц, и только я была представляла Сибирь. Меня допустили, потому что работы были очень высокого уровня. Я показывала мастер-классы, рассказывала о традиционной сибирской куклы, обереги. Что было самым интересным, что нас уже узнают, ко мне подошла девушка, представитель Россотрудничества, Министерства иностранных дел, и предложила в декабре этого года принять делегацию из 5 человек из Омской области, рассказать об искусстве и культуре Сибири, о форуме. И они также хотят 10 человек отправить к нам на форум «Ритм». На этих и других молодежных форумах и слетах омичи представляли свои социальные, культурные и бизнес-проекты. Теперь пришло время реализовать их на территории Омской области. Встреча с представителями власти позволила молодым и активным задать конкретные вопросы и внести свои предложения. Со стороны регионального правительства инициативу обещали поддержать.